Привет, друзья! Меня зовут адвокат Марина Шипельская. Это видео очень коротко о категориях документов и так далее, что требуется для подготовки на подачу на грин-карту по браку. Первое. Паспорта, свидетельство о рождении, свидетельство о разводе, свидетельство о браке с супругом, через которого вы подаете на грин-карту или супругой. Если кто-то менял фамилию, обязательно нужен приказ суда о изменении фамилии. Дальше. Нужны все биографические данные, последние 10 лет, даже лучше за 10 лет, о всех адресах, местах работы, где вы проживали, и все даты, кто когда приезжал, съезжал с адресов, и название компании, где работали, адреса и даты работы в этих компаниях. После этого мы заполняем все биографические формы, там будет требоваться информация даже о ваших родителях, о их местах рождения, где они родились, дата рождения, отчество и девичья фамилия мамы. Дальше нас интересует финансовая информация того супруга, который гражданин США. Нужны налоговые декларации, а точнее IRS transcripts или сертифицированные копии налоговых деклараций того супруга, который спонсор. Доходные декларации, формы W-2, pay stubs, это чеки с работы за последние 3 месяца. То есть, если налоговые декларации за последние 3 года, pay stubs нужны за последние 3 месяца, чтобы видно было, что этот супруг, который гражданин США и является спонсором на грин-карту, работает, имеет доход. Если нет дохода, если свой бизнес, есть другие варианты, в этом видео мы их освещать не будем, потому что это такое коротенькое видео. Дальше, обязательно я всегда прошу сразу же открыть совместный счет в банке, постараться создать совместные биллы. Это когда приходит счет, например, на всякие коммуникационные услуги, типа электричества или газа, и там стоит имя мужа и имя жены. Оба имени на каждом билле. Конечно, декларации на налоги нужно подавать совместные на оба имени каждый год брака. И вообще любые документы, фотографии, где видно, что вы муж и жена, очень пригодятся. Но для подачи мы также просим от того, кто сам является иммигрантом, информацию о их образовании с переводом на английский, резюме. Если вы живете в Америке давно, и у вас уже есть номер Social Security, мы заказываем и тоже на вас налоговые декларации, транскрипты их, сертифицированные копии. Мы заказываем кредитный репорт, кредитная оценка ваша, всевозможные ваши банковские отчетности, чтобы было видно, какие у вас сбережения. И очень важно, на вас должна быть куплена медицинская страховка, полис на год. Дальше мы все отсылаем, и после того, как мы все отсылаем, вы получите из иммиграционной службы подтверждение оплаты за все услуги и номер кейса на каждую главную форму, которую вы подали. I-130, I-485, I-765, и I-131 Advance Parole. Я советую всем зарегистрироваться на сайте uscis.gov и открыть свой личный кабинет, где будут приходить сообщения о изменениях в каждом этом кейсе. И вы будете отслеживать. Потом вы сдадите отпечатки пальцев и будете ждать назначения интервью. За вот это время, что вы ждете интервью, вы должны собирать созданные вами совместные документы на два имени, фотографии, доказательства совместных каких-то путешествий, поездок и так далее. Всем счастливо, и я желаю, чтобы все получили грин-карту, которая действительно этого заслуживает. Меня зовут Марина Шипельская, наша фирма называется Шипельский Law Group. Мы работаем с клиентами во всех 50 штатах Америки. Добро пожаловать! Мы много занимаемся грин-картой по браку, мы много занимаемся вопросами насилия в семье, получения грин-карты для жертв и мужчин, и женщин, насилия в семье, убежище, постоянное десятилетнее грин-карта, это отдельный процесс, и всякие другие визы, например, визы для одаренных людей. Будем рады видеть и слышать вас. Добро пожаловать! Наш телефон 718-769-6352.